заканчивая сайд-ван этой записи на костях. Я хочу исполнить одну из песен из маленьких, совершенно иррациональных шедевров Аркадия Дмитриевича, из тех, которые вот ему в состоянии эйфорическом подкладывали тексты, и он их исполнял, и, скорее всего, вряд ли бы в другом состоянии согласился бы петь. Вот именно они составляют для нас, гурманов, одну из самых драгоценных граней его наследия. Природа к нам щедра, не пожалеет добра. Она всего нам подвое дала. Но вот представьте нос, возник тот час вопрос. Ну почему один, что за дела? Но вот представьте нос, возник тот час вопрос. Ну почему один, что за дела? И только один член, корреспондент, всегда я помню, сожалел. Мол, нос один, и пуп один, а попки две зачем? Хорошо, хорошо, хорошо тому живется, у кого, у кого, у кого одна нога. И штанишка-то, штанишка, штанишка-то не рвется, и галошка, галошка, галошка там одна. Природа к нам щедра, не пожалев добра, она всего нам подвое дала. Но вот представьте нос, возник тот час вопрос. Ну почему один, что за дела? И только один член, корреспондент, он всегда такие, я помню, сожалел. Мол, пуп один и нос один на попке, а попки две зачем? Эй, хорошо, хорошо, хорошо тому живется. У кого, стеклянный глаз? Он не колется, не колется, не колется, не бьется и сверкает. Сверкает, сверкает, как алмаз. Эх, природа к нам щедра, не пожалев добра, всего-то и нам подвое дала. Ну вот, представьте нос, возник тот час вопрос. Ну почему один, что за дела? Только один член, корреспондент, всегда такие помню, сожалел. Мол, пуп один и нос один на попке, а попки две зачем? Оу, ей! Ха-ха-ха-ха! Хорошо, хорошо, хорошо тому живется. У кого, у кого, у кого одно яйцо? И не колется, не колется, не колется, не бьется. И бездетность, бездетность, бездетность на лицо. Ой, не колется, не колется, не колется, не бьется. И бездетность, бездетность, бездетность на лицо. Еще композицию «Книжный бунт».
которая, может быть, даже прозвучит, хотя это очень длинная композиция, что называется, на любителя. Так вот, по поводу книжного бума, вышла вторая книга моей, так сказать, исповедальной такой интроспективной прозы, где очень много психологических нюансов вот из жизни подростков, из жизни, как сейчас говорят, социопатов 70-х годов. Там очень много говорится о музыке зарубежной, отечественной. Это не очень веселое чтение, местами не очень легкое, но, по крайней мере, оно... есть много интересных вещей, которые читаются тяжело и оставляют производят тяжелое впечатление. Но там есть и юмор, ну такой черный, в духе Крафа Корса. Так что не надо упрямиться. Если что, я все поспешу, обращайтесь к мадам Ирене. Сейчас небольшой перебор.